когда в театре привлекательно превращение, не только волшебство, а превращение героя. Он был каким-то одним, а потом стал другим. С ним что-то произошло такое. Это всегда интересно, когда меняется человек. Твои 127 лет! Ты еще не вправе этого требовать! Вставай! Вот когда ты станешь постарше, вот тогда другое дело! Но я-то хочу танцевать уже сейчас!